Поехали покупать рыбу на пруды. Деревня Гусево Кунгурского района. В наш аэродромовский пруд хотим запустить форель, карпа и этого карася. Дорога, конечно, трэш. Мама, не горюй. На одним кислородом хуже. Да тут же красные воронки везде. Кунгур же чё? Бля. Это нехорошо. Сюда ехать, да. Вот сюда вот надо. Тут, блядь, как бы нахуй я не поперёк бы постоял. Блядь! Нихуя. Так, как ты и сказал. Дорога трешовая, за рыбой едем. Мама, не горюй. После этого-то всего дождя-то, блин. Да. Чё, пошли? За чё? Приехали, короче, на рыбхозяйство. За деревню Гусево. За рыбой. Дорога там трэш полный. Навалено, да? Мяу, мяу. Котик, котик. Котик. Котик, котик, котик. Котик прикольный. Вот пруды, где мы будем брать рыбу для аэродромного пруда. Тут мальки как бы, да, они? Вот такое прудовое хозяйство тут. Деревня Гусево. Можно рыбачить там, да что. Это водосброс с прудов. Гуси, гуси, гуси. Пускаем карпа. Ох, ныряет, смотри. Пошел. Ох, еще. Еще остался. Не выпал. А? Не выпал. Угу. Выпал? Выпал. Все. Они туда обратно плывут. Эй, рыбы, выплывайте. Там они все сидят. А опять пакетбол, они живые там плавают. Эх, будь, тут набралась. Да выплескай вот так. Вот выплывает, выплывает. Пошла по воде. Стой. Открываем баллон с форелью. Разгляни сильнее, что видно. Сколько нам штук? 200, да? 260. 260 мальков форели. Ничего, давай. А вон вам видно. Он плавает, плавает. Форельки. Что, вроде никого не забыли? Посмотри, в этом забились. Да-да-да. Где туда забились? Кого? В траву. Ух ты, да? Да-да-да, вон они, форелечки плавают наши.
все. Ох, нахуя. Какие бойки они. Вот они будут плескаться, комариков всяких сверху. Что будешь делать? Ну, они кормятся сверху, поверхности. Комаров едят? Комаров там. Вот в нашем аэродромном пруду сейчас карп живет. Значит, личинки будут ставить? И форель.